сегодня подарили наш любимый детский сад. Детский сад был приобретен в муниципальную собственность за счет средств регионального и муниципального бюджетов. Прекрасно оборудованное здание площадью почти 5000 квадратных метров и около гектара территории для прогулок и занятий на свежем воздухе. Все это теперь в распоряжении маленьких жителей Видного. Губернатором поставлена задача полностью ликвидировать очередь. Наши детские сады сегодня даже не сотни детишек. И вот буквально за последний месяц мы уже сократили очередь почти на 1000 детишек. Конечно, детский сад должен быть муниципальным, конечно, он должен быть в пешей доступности от дома. И сегодня такое важное событие, но это только начало большой работы. Новый корпус детского сада «Лесная сказка» полностью готов принять 285 детей. Пройден еще один важный этап в работе муниципальных властей по ликвидации очереди в детские сады. Мы вот на протяжении нескольких недель перед началом учебного года открывали так называемые детские мини-садики в рамках областной программы. Эта программа «Полисадик» очень востребована на нашей территории. На открытии детского сада присутствовали воспитатели, родители и, конечно, сами маленькие хозяева заведения. Заведующая детским садом Татьяна Мухина провела для всех желающих экскурсию по кабинетам учреждения. Группа рассчитана и оборудована на детей с 3-летнего возраста. Вторая младшая группа. Программа губернаторская мини-садов работает, полисадики открываем. Еще планируется вот до конца года ввести в действие 6 мини-садов, поэтому действуем, работаем. И самое главное, этой работой довольны мамы. Одна из них, Софья Широва, тоже привела сегодня в дошкольное учреждение 3-летнюю дочь. Признается, для нее путевка в сад стала приятным сюрпризом. В мамских чатах, скажем так, WhatsApp, вчера и на прошлой неделе активно обсуждают, что очень сдвинулась очередь. Неожиданно получили письма счастья, как говорят мамочки. И, в общем, теперь вот собираются быстренько пройти комиссию медицинскую для того, чтобы неожиданно пойти в сад. Коллектив детского сада полностью укомплектован. Воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, технический персонал. Всего 57 человек. У педагогов сад вызывает только восхищение. В этом детском садике нравится все. Начиная с территории, благоустроенной, много малых игровых форм. Само здание светлое, чистое, очень много помещений для развития, достаточно большие групповые. Очень много игрушек, очень много методических пособий. И я так думаю, что здесь все просто прекрасно. В группах уже вовсю идут занятия, ведь здесь предусмотрено все, чтобы и игры, и отдых, и обучение были максимально продуктивными. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.